нас на коляске написано. They are good. Мы приехали, пришли. Сейчас будем заселяться. Пойдем кушать. На бусинка. Ух. 2,8 вижу. Наш чемоданчик уже здесь. Ну и мы теперь здесь живем одну ночь. Какой вид из окна, пока не стемнело. Смотрите, какой вид из окна. Не вино? Или вино? Фамилия Петр. Так, у нас кто-то там осваивает папины ботинки. Что тебе кажется? Туалет. Да. Обзор. Туалет. Вот это прикольно, смотри, в туалете прям тепло. Теплый пол. Вот это замечательно. Ну да, у нас туалет. Везде греет, кроме ванны и туалета дома. И ванна. Прям заходишь, и вот утром такой, и прям хочешь здесь стоять. И мы. Так холодно. Швейцарская альпийская косметика какая-то. У него тоже Швейц Альп. В общем, мы уставшие, довольные, надышавшиеся свежим альпийским воздухом. Сейчас пойдем кушать. Уже освоился, нашел, где включать, выключать свет. Мы пришли в музей местный. Это что-то. Часовня. Смотри, поломанные лыжи. И в национальных костюмах, да, швейцарские? Какие девочки. Ну, это Вальтер Бонатти делает презентацию про Бергштайн. Это по горам. Смотрите, вот тут как раз эти дома с такими крышами каменными. Ницца бегает. Снегоступы. Шнейшн. Ну, снегоступы, смотри, развитие, да? Их. Васька первый раз в музее. Он еще не был в музее, да? По-моему, не был же. Или я не помню? Нет, вроде нет. Первый раз в музее. Как тебе музей, Лось? Только в зоопарке был. Да. Музей. Здесь история. Смотрите, как менялись фляги. Термисы. Развитие фотоаппаратов. Типичный альпийский домик, вот сверху. Смотрите, башмачный даже. Это есть мастерская. Имитация. Имитация швейцарской деревни, альпийской. Ну, очень круто. Это этнографический музей в Петербурге, не поминаю, там тоже такие домики. Да, Буська? Хотел бы в таком домике жить было? Скажи, нет. Я думаю, там тепло было. Я думаю, нет. Смотри, там окна еле стоят.
такая крошечная, специально для Луиса. И туда поместишься. Имитация комнатки, да, какая-то? Или они реально такие маленькие были? О, смотри, термополе. Артур, у них тут своя монополия была. Фильм показывает. Как там? Это Виктория какой-то. Первый раз в кино. Теперь он хотя бы знает назначение экрана, который висит у нас дома. Альпийский музей. Смотрите, тут козёл горный стоит. Видимо, знаменитые альпинисты того самого каната, да, про который ты рассказывал. Да, 1865. Это вот, да, дорога, по которой они... Угу. Кто погиб, судя по всему, то так. Это не оповязано, да, что... Надо фильм посмотреть, да. А, ты там этот фильм идет, да? Я думаю, да. Окей. Как они на Матерхор карабкались и погибли. Вот, смотри, там все. Это порвалось полоса. Ага, то есть вот эти трое выжили, да? Да, те, трое выжили. Вот этот, подожди, Вимпер, который как, ну, угу, в проект, ну, да, как правильно сказать? Ну, который попросил это, да, все сделать. А вот это отец и сын, угу, которые вели их. Ну и все, кто был с ним. Кто-то у нас спать хочет. Мы еще кушать пойдем мы. И вот, смотрите, тут имитация как раз этой дороги. Ну, все равно же кто-то сюда проложил же этот канат. Ну, да. Луис. А он канат-то он такой, ага, не особо толстый. Да. Вот, вот этот, смотри. Да этот тоже, знаешь, это веревочка. Ну нет, он сколько... Смотри, он держал раз, два, три, четыре. Я говорю. Пять, шесть, семь. Человек. Первый, который шел, он. Луис, ботинки свои не снимай. Который вернулся, да? Ну, потом расскажу. Мы здесь разные. Они со всех сторон это его. Покоряли, да? Да, вот этот. Вот это здесь написано 1879. Это вот. Да, да. Но они втроем поднялись до конца, я так правильно понимаю? Они втроем поднялись до конца. Смотрите, прям таверна такая. Сантирана. Здесь, видимо, находки, да? Что, не работает? Это кости тут. Мне кажется, это те, кто, знаешь, там с Италии, например. О, даже шпага есть. Видите, кто с Италии, например, во время войны или там с, ну, с Францией, помнишь, перебегали тоже через Альпы, наверное, вот так вот погибали там и теряли. Ой, смотри, Артур тут, Луису. Интересно будет. Козлики. Ой. Козлики, Луис.
Козлики стоят, смотрят на тебя. Да? О, да. Ну, я же с собой ничего не взяла. Это как бы не спасет. Угу. Сапожник. Что здесь между домами такой бардак сохранили? Артур, не трогай лучше. Лошадку потрогал, да? Теперь ты знаешь, кто такие лошадки. Да, Луис, мы же любим сыр. Как мы любим сыр. Ди-ди-ди-ди-да. Что там? Топор это. Это топор. Да. Ай-яй-яй, да. Аккуратно надо с ним. Правильно, Луис. Пораниться мы. Как они делали такую крышу? Понятно. Да, непонятно. Ну, смотри, деревянный вообще. Склад, шпайхер. Я понимаю, на таком уровне еще. А вот туда попробуй вот так вот. Как она не рушилась. Угу. Лихлеб. Смотрите, как. Кто-то распевается. Куницы, сова огромная. Да. Деревянный. Что стоит? Самокат. Нет, что не видит. Да. Печка. Блин, ну жить в горах, в таких условиях, там печка, печка. Прялка стоит, люлька вон детская, смотри, ага. Кровать. И теплая-теплая постель. Кто храпит. Без коровки. А это стоило, семь. Да? Пуш, ножника, смотри. Ножника. Ого, это прям театр. Следы-то я видела, вот чтобы там кто-то бегал, я не видела. Церковь, церковь местная, вот она. Это же уже нету, да, церкви? Нет, это стоит, которая у нас. К которой мы завтра пойдем? Да. Okay. О, это какая-то богатенькая семья. Человечек. Он этот археолог какой-то, смотри, собирал. У него на столе дохлая мышь лежит. Вон, вверху, видишь? Ага. Трупик. Даже девушки в юбках поднимались. Ага. В Альпы. Как это возможно вообще? Вы как раз на щеке у нас. Животных. Ну, тут история, можно посмотреть этих как раз. Вот такое бы домой бы, да? Кристалл. Пришла Кристалл. Бусинка пока что держится. Каминчик там за спиной. Ожидание фондю. Дили-дили. Ну как тебе фондю с трюфелями? Подтверждение пришло? Мама?